Друзья, всем привет. Мы будем начинать наш семинар. Уже время. Пожалуйста, занимайте свои места. На самом деле здорово слышать здесь такое легкое жужжание. Это значит, что, значит, что у вас есть много тем, которые вы хотите обсудить. Это хорошо. У нас еще будет время после семинара, когда вы сможете пообщаться, поговорить, поделиться впечатлениями. Вот. Поэтому, пожалуйста, сейчас занимайте свои места. Хорошо, кому из вас понравилось, предыдущий семинар понравился? Поднимите руку, пожалуйста. Хорошо. А вам? Хорошо. Меня зовут Андрей, я являюсь пастором церкви «Великое поручение» в городе Бресте. Вот, наша церковь направлена на служение в деревнях. Мы очень мы служим в деревне Радиш, Малорийского района, в деревне Сбураш. Говорим людям о Боге. Принимаем участие в их как социальной, так и душевной и духовной жизни. Вот. Чем можем. И мы видим, что нас Бог в этом благословляет. И тема моего семинара, да, как вы уже все видели, вы уже осознанно кликали, я надеюсь, в боте на семинары, на которые вы пойдете, называется «Личные откровения». И вообще, когда мы говорим про личные откровения, наверное, у каждого из нас свои ассоциации всплывают по, по этому поводу, да? Кто-то из вас думает про личное откровение в плане, он вспоминает, может, некоторую ситуацию, которая случилась недавно, и он получил какое-то понимание от Бога, как нужно из нее выйти. Кто-то из вас, может быть, думает про личное откровение как что-то, что никогда не будет у него в жизни. Мы знаем людей, которые слышат Бога, которым Бог говорит, но это не я тот человек, которым Бог общается и которому он лично что-то открывает. У каждого из нас свой опыт в отношении личных откровений. И даже те люди, которые получали какое-то откровение от Бога, они получали его по-разному. Я уверен, что если бы мы поставили здесь 10 человек и попросили бы их засвидетельствовать о личном откровении из его жизни, все они были бы разные. И разные не только по содержанию, но и разные и по сопровождению наших эмоций, нашего понимания, наших решений, наших результатов даже после получения этих откровений. Поэтому, когда мы говорим про личные откровения, это очень большая, наверное, необъятная тема. Но я бы хотел коснуться совсем, наверное, базы личных откровений. И первое, с чего я хотел бы начать, это библейское обоснование личных откровений. То есть вопрос в следующем. Если в Библии нигде не говорится про личные откровения, значит, вероятно, наш семинар, он не удался, да? Можно закрыть Библию и пойти на другой. Вот. Почему я об этом говорю? Uh, многие из вас знают, недавно мы праздновали 500 лет реформации, да? И один из тезисов реформации, он звучал так, соло скриптура. Кто из вас знает, что, что это означает? Можете поднять свою руку. Соло скриптура. Хорошо. Хорошо. Да, соло «скриптура» означает «только Писание», но этот тезис был вынужденный для реформаторов по той причине, что сложилась очень плохая ситуация в той церкви, в католической церкви, в западной церкви. Ситуация была плохая в духовном плане, в плане карьеризма, который был в католической церкви, в плане того, что люди говорили о том, что, точнее, доктрина католической церкви она говорила о том, что папа является непогрешимым лицом в церкви. И мы знаем из истории христианства, что часто папы, которые подписывали какие-то булы они допускали большущие промахи, и мы можем об этом судить сейчас. Мы также понимаем, что церковь сама по себе, она не является непогрешимой в том плане, что она всегда принимает правильные решения. Но на тот момент католическая церковь, ее доктрина, она говорила о том, что мы непогрешимы. То есть церковное действие, церковное решение, решение Папы Римского, все, все, что подписано, является как бы Божьим решением. Они основывали это на том, что все, что свяжется на земле, будет связано на небесах, все, что разрешите на земле, будет разрешено на небесах. И когда христианство продолжало существовать, оно дошло до своего пика, да, или даже, может быть, это не пик, а своей низины определенной, и появились течения, монашеские течения, люди, люди начали отходить из государственных каких-то структур, подальше от церкви, уединяясь где-то, просто чтобы найти какой-то покой в своей душе, искать Бога как-то лично, чтобы привести в порядок свою жизнь, наладить какую-то праведность или хотя бы что-то подобие святости в своей жизни, потому что их удручало то, в каком состоянии находилась тогдашняя церковь. Поэтому реформаторы, которые появились, они сказали, не должно быть так, не должно быть так. Мы все давно поняли, что люди ошибаются. Каким бы это привилегированным человек ни являлся, папа римский, епископ или кто-то еще, каждый из них, он может допускать ошибку. Они не могут быть непогрешимы в такой степени, в которой они заявляют. И поэтому они сказали Одна, один из тезисов, да, в итоге они пришли один из тезисов реформации, он звучал соло скриптура, то есть один только Писание, только Библия является непогрешимым авторитетом. Если вы сравниваете какие-либо другие откровения, мнения, идеи, которые противоречат Библии, вам необходимо отвергнуть все эти идеи, откровения, мнения, и вам нужно основываться только на Писании, соло скриптура. Поэтому мы являемся теми людьми, которые относят себя к протестантам. Мы являемся теми людьми, вот пятидесяческое движение, это те, та конфессия, которая относит себя к протестантской традиции. Вот, и мы основываем свои доктрины, свои взгляды, свои идеи, мнения, мировоззрение на Писании. И мы так учим, если что-то из наших мнений, идей, опыта или чего бы там ни было противоречит Библии, мы это отвергаем. Поэтому важно узнать, когда мы говорим про личные откровения, неважно, что у вас всплывает в ассоциациях, по поводу личных откровений, важно понимать, что говорит Библия. Есть ли у нас подобные примеры в Библии, то, что мы могли бы отнести в ранг или в категорию личных откровений. Потому что если Библия об этом ничего не говорит, если в Библии нет этому каких-либо подтверждений, тогда вероятно, что нам не нужно даже дальше вести об этом разговор. Вероятно, что это принесет нам, скорее всего, урон. Но если Писание, оно говорит нам о том, что есть место личным откровениям, каким-либо переживаниям, и за этими откровениями и переживаниями будет стоять сам Бог, тогда мы можем дальше проводить этот семинар. Давайте мы вместе с вами откроем, у кого есть Библии, гаджеты. Пожалуйста, тоже можете открыть. Если у вас на гаджетах, в гаджетах есть Библия, да? Откройте Матфея, 16, глава, 17 стих. Матфея 16, глава, 17 стих. О, я буду читать даже с проектора. О, отлично, у меня и здесь, там есть. Очень удобно. Тогда Иисус сказал ему в ответ: Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. То есть в этих словах Иисус Христос, 17 стих, в этих словах Иисус Христос говорит Петру, говорит, ты блажен, потому что ты получил некоторое открытие, откровение для себя. И это откровение является тем, которое исходило от самого Бога. То есть Иисус ничего не сказал против, Он наоборот сказал, то, что ты получил, является от Бога. Следующее, откровение, 1 глава, 1 стих. Книга Откровения, 1 глава, 1 стих. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть скорее. И он показал, послав Оное через ангела своего, рабу своему Иоанну. Другими словами, он говорит Иоанн, мы все знаем, читаем книгу Откровения, первую главу, мы знаем, Иоанн был тогда в ссылке на острове Патмос. Да? Своего рода у него была химия, как мы ее сейчас называем, он был отделен. Он не был казнен, его казнить не могли, его отделили на остров, на остров Патмос, там, где он проводил остаток своих дней. И здесь этот стих, он говорит о том, что было некоторое откровение Иисуса Христа, то есть Иисус Христос решил что-то открыть, и Он передал это через ангела Иоанну, которое потом записано было в священную Божью книгу. Некоторое откровение, которое было понятно для Иоанна, и мы можем его сейчас читать. Следующее. Римлянам 8 глава, 16 стих. 16 стих. Павел пишет Римской Церкви. Послание к римлянам оно очень часто ассоциируется с, такой, с таким посланием, в котором можно проследить у апостола Павла какие-то его доктринальные взгляды. Очень много идей апостола Павла берется именно из этого послания, из этой книги. Римлянам 8 глава 16 стих было открыто. Откройте еще раз, пожалуйста. Там написано, «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». То есть, другими словами, апостол Павел говорит о том, что Дух Святой, который есть в людях, он свидетельствует лично нашему Духу что мы являемся Божьими детьми. Не какой-то человек, не что-то там, а каждый человек, он получает личное откровение от Святого Духа, что мы являемся Божьими детьми. Следующий стих Ефесянам, первая глава, с 15 стиха хочу прочитать. Это будет один из последних да, отрывков. «Посему и я, — это пишет Павел в Ефесской церкви, — услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминаю вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи и сердце вашего, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерное величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он облагодатствовал во Христе, воскресив Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную себя на небесах. До этого стиха. А, хочу обратить ваше внимание. Апостол Павел, исходя из своей веры, из своего понимания Бога, он говорит, я молю нашего Бога, чтобы Он дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его. То есть другими словами, Павел, апостол Павел он молится: я хочу, чтобы каждый из вас, он получил некоторое личное откровение от Бога или от Духа Святого, то, что потом напомнило бы или содержало бы вас в правильном понимании о вашем наследстве, о вашей силе, о вашем могуществе, которое в Боге, да, и может быть проявлено через вас. Это его молитва очень полезная для нас, она очень сильно отражает взгляд Павла на получение какого-то личного откровения в отношениях с Духом Святым. Итак, то, что мы прочитали, это всего лишь пару стихов из Писания, но каждый из вас лично читает Библию, каждый из вас читает Новый Завет, Ветхий Завет, и мы замечаем там неоднократное понимание или замечаем неоднократные истории о том, как Дух Святой говорил через каких-то людей, может быть это были пророчества, может быть это были видения, порой даже сновидения. Бог открывал что-то для людей. Какое-то личное откровение, как будто Дух Святой проговорил, и человек делал так, как он хотел, побуждение и так далее. Это все входит в разряд личных откровений, и об этом говорит нам Священное Писание. Об этом говорит нам Библия. Поэтому, если Библия об этом нам говорит, я хочу сделать акцент на то, что нет в Писании места или стиха, которое говорило бы, что все это прекратилось с момента, когда Первоапостольская церковь закончила своего существования. Я знаю, что есть некоторые взгляды, и их сейчас все меньше и меньше с каждым разом. На самом деле, даже среди этой конфессии, которая это утверждает, которая утверждала следующее, что все, что Бог говорил, личное откровение, к которому мы придерживаемся и верим, оно было только лишь для первоапостольского времени. Чудеса, сверхъестественное правление, знамения и так далее. Для того, чтобы тогда тамошняя церковь, она образовалась, окрепла и дальше могла делиться Евангелием и Божьим Словом. Но мы нигде не найдем в Писании и намека на то, что все это прекратилось со времен апостолов. Скорее рассуждая об этом, люди, которые это утверждают, они исходят из следующей позиции. В моей жизни это не происходит в жизни людей, которые рядом со мной, этого не происходит. или, что более печально, я сталкивался с таким человеком, который говорил мне такое личное откровение, что лучше бы, чтобы этого и вообще не было, и никогда никто об этом не слышал. Я слышал такое пророчество, которое было очень сомнительным и на грани с ересью, что лучше бы, чтобы это в церквях вообще не было. Это больше похоже на какое-то человеческое изыскание, чем, чем проявление божественного чего-то. И эти люди, они продолжают говорить об этом и говорят о том, что в Писании или все вот эти личные откровения, действия Духа Святого и так далее, все это было предназначено именно Первоапостольской Церкви. Но, как я уже сказал, когда мы следуем Писание, мы не находим подтверждения этому взгляду. Поэтому первый наш пункт, то, о чем мы говорили, если у нас основания говорить о личных откровениях. Вообще это возможно или нет? Ведь мы же не, ну, не играем в какую-то игру, да? Мы не хотим надумывать что-то. Мы не хотим как-то влиять на жизни других людей только потому, что нам это захотелось. Говорить им какие-то как бы слова от Бога, хотя это не так. Мы все люди, которые хотим придерживаться истины. Правильно? Кто из вас хочет придерживаться истины? Поднимите руку. Поэтому, это очень хорошо и очень правильно изучать на основании Писания, а это возможно или нет а это возможно или нет. И то, что мы сейчас прочитали, еще несколько историй я перечислю, она говорит о том, что личные откровения с момента, когда Дух Святой пришел в церковь, они возможны для церкви, они сопровождали церковь, они, Дух Святой, через откровение, видение, сновидение, пророчество, через какие-то личные побуждения, Он влиял на ход истории и развития церкви. И мы верим, что Он продолжает это делать сейчас. И пятидесятческая традиция придерживается этого, что мы мы верим, Дух Святой может лично открывать каждому из нас, что, что, должно произойти, что может произойти. Он может дать дары откровения людям и так далее, и тому подобное. Еще несколько историй, и мы пойдем дальше. Петр, и когда был в гостях у Симона Кожевника, каждый из вас помнит эту историю, так? Петр был в посте, он был на кровле, молился, искал Бога, и запахи уже доносились с кухни, ему захотелось есть, и он видит видение. Очень интересно. Об этом много можно рассуждать, но видение следующее. Он видит полотно, которое спускается с неба, и там много нечистых зверей да, или животных, нечистых с точки зрения э, иудейского народа да, и правил, что можно есть, а что нельзя. Вот. И он слышит голос «Закали и ешь». Петр отвечает «Господи, ничего нечистого я никогда не ел». Тут он видит, дальше молится, видит второй раз видение. Точно такое же повторилось. Спускается полотно, говорят, закали и ешь. Петр говорит, я ничего нечистого не ел. И тут приходят люди, из, которые, которые пришли от язычника, да? от языческого народа. И они говорят, здесь ли остановился Петр? Да, и так далее. Мы хотим пригласить его к нашему, скажем так, господину, пусть будет так. И Петр понял, что Бог посылает его к язычникам. Он хочет донести что-то язычникам. И это видение откровения, послушайте, не было записано нигде в Священном Писании вы будете читать Священное Писание, Ветхий Завет, пророк за пророком, и вы не найдете аналогов вот этого откровения, да. Петру было сложно, наверное, как-то тоже определиться, поэтому он первый раз отказался. Но в то же время он понял по каким-то признакам, что ему именно говорил Бог. Другими словами, изучая эту историю, мы понимаем, что Бог как-то лично приоткрыл что-то для Петра, как ему следует поступить и как следует реагировать. Следующий пример Павел на пути в Дамаск. Савол, который гнал жестоко церковь, он подписывал какие-то, брал разрешения от иудействующих людей, от начальствующих, гнать церковь Божию, вергать их в темницу. И он был ревностный в своем деле, брал с собой команду хорошую, чтобы было веселее. И они шли в Дамаск. Они шли в Дамаск для того, чтобы очередную церковь, наверное, разогнать, отправить по тюрьмам и так далее. И на пути в Дамаск осиял их большой свет. Павел потерял зрение, он слышал голос. Другие, другие истории говорят о том, что они не слышали голос. Вот, люди, сопровождающие его, не слышали голос. Но так или иначе, мы говорим сейчас даже не об этом, все ли слышали или не все слышали, все ли видели или не все видели, мы понимаем, что это был ключевой момент в жизни апостола Павла. После этого он пришел в Дамаск, к нему пришел Анания, он прозрел, и он стал ярым приверженцем того Христа, которого он некогда гнал. Он получил некоторое откровение от Бога. И это откровение, я хочу повториться, не было записано где-нибудь в Ветхом Завете. Об этом никто не пророчествовал. Но это откровение было лично для апостола Павла. Также последний пример, который я приведу, пророк Гав, Когда Павел был в очередном своем путешествии, он пришел в один из городов. Пришел туда пророк взял пояс какой-то, рядом лежал, наверное, связал себе руки и говорит, мужа, чей этот пояс, также свяжут и поведут его в темницу, на суд и так далее и тому подобное. Тем самым он предрек или приоткрыл, дал некоторое откровение апостолу Павлу, что с ним должно случиться, что с ним произойдет. И опять же, хочу повториться, этого не было в Ветхом Завете. Да? Это не было написано где-то в пророческих книгах и так далее. Это было личное откровение, переданное через определенного человека, пророка. Итак, мы видим в Писании много подтверждений, и это, это всего лишь пару, которые мы назвали. На самом деле мы видим множество подтверждений того, как Дух Святой на протяжении, от момента создания своей церкви на земле и на протяжении всего остального времени в истории церкви продолжал говорить людям, открываясь им лично. Да, он продолжал говорить через свое священное слово, свое священное писание, что очень важно знать и важно отметить, но об этом мы чуть позже будем говорить. Но то, о чем я хотел бы, или вопрос, который я хотел бы поднять, это то, что может ли Бог говорить сегодня? На основании ли это священного писания, не противоречит ли это Божьей идее и Божьему взгляду, не противоречит ли это Богу и Божьему постановлению? И на основании писания мы видим, что... Личные откровения, они возможны для церкви. Более того, мы видим, что именно так Бог и направлял свою церковь очень часто. Хорошо. Итак, первое. Мы имеем библейское обоснование тому, что личные откровения возможны. Но я хотел бы сейчас перейти ко второму пункту. Чем же является это откровение? Вообще, к сути перейти. Что такое слово «откровение»? Да? Что, что это значит вообще? Когда вы слушаете слово откровение, вы тоже по-своему как-то, наверное, реагируете, у вас свои ассоциации. Греческое слово, мы его зачитывали сегодня на русском языке, правда. Там греческое слово употреблено в первой книге Откровения. В книге Откровения в первой главе, в первом стихе написано ⁇ Откровение Иисуса Христа ⁇ Слово на греческом, которое там используется, используется ⁇ Апокалипсис ⁇ Апокалипсис Иисуса Христа. И вы, наверное, чуть разочаровались, да. Потому что, когда вы слушаете слово «апокалипсис», у вас в голове блокбастер какой-нибудь. Вот. Вы думаете, конец света, землетрясение, извержение вулканов, там, я не знаю, войны, убийства и так далее. Но на самом деле слово «апокалипсис» оно означает откровение. А глагол тоже, который из этого слова исходит, да, или производное, это апокалипта, вот, что значит открывать. И книга Откровения, которая у нас есть в Библии, не в хронологическом порядке последняя, но последняя просто вот по, по нумерации, скажем, привычная для нас, она берет за основу именно вот это слово, которое используется в первой главе, в первом стихе. Откровение Иисуса Христа. И некоторые называют ее Апокалипсис. Да, Апокалипсис Иоанна. Особенно светские люди, они, им нравится использовать вот это непонятное слово. Но что же в сущности означает это слово "апокалипсис"? Апокалипсис с греческого языка означает э, то, что было раскрыто или снятие покрывала. Снятие покрывала. К примеру, если бы вы представили, что здесь стоит стол, да, и я уже забегаю вперед, говорю, что на нем стояла бы какая-нибудь миска с фруктами, да, и она была бы накрыта покрывалами. Зайдя в этот зал, вы бы обратили, может быть, внимание да, на то, что здесь стоит стол. У вас сразу бы в голове промелькнули какие-то предположения, что же там может быть накрыто. Может быть, это там, я не знаю, кофемашина. Может быть, там, я не знаю, мечи, да, футбольные. Ну, ладно, не знаю. У меня не очень хорошая фантазия. Ну, к примеру, вы бы что-то придумали. Вот. Но вы бы не могли утверждать точно. Да? это было бы сокрыто от вас. И в тот момент, когда я бы открыл или снял это покрывало, это было бы, что ни на есть самое откровение да, для вас. А там лежали бы, допустим, я не знаю, бананы и апельсины да, в тарелке. И вот сам этот процесс, он и говорит про откровение. То есть есть некоторая информация, которая сокрыта от вас, она непонятна для вас, вы не знаете, что там. Вы можете предполагать, думать, вы можете даже не думать об этом, но в определенный момент времени я снял бы покрывало, и вам стало бы понятно, что же там находится. В этом и суть откровения. В этом и суть откровения. И когда мы говорим про откровение в контексте Божьей Церкви или вообще в контексте человечества, выделяют обычно два. Томас Веспитал написал свой третий том «Откровение Бога», называется он, и он приводит несколько градаций или категорий, какими могут быть откровения. И одно из них он привел, это общее откровение. Общее откровение. Природа или творение, которое окружает нас, совесть внутри человека и жизненный опыт. Жизненный опыт. И многие богословы, они спорили о том, можно ли это считать поистине откровением, которое говорило бы о Боге и они пришли к выводу, что это откровение можно, можно назвать не просто общим, можно назвать естественным откровением. Но оно никогда не будет говорить вам об Иисусе Христе. Природа не может сказать вам об Иисусе Христе. То, что она может сказать, она может сказать, что ее кто-то создал. Вы могли бы задуматься, что есть, наверное, кто-то или что-то, что дало начало тому, что мы видим. Совесть, которая ограждала бы вас от каких-то плохих или э, побуждала к хорошим поступкам, какому-то раскаянию, скорее всего, вам бы тоже говорило, что есть какой-то стандарт, в соответствии с которым нужно жить, и, возможно, вы бы думали о Боге, который, который заложил мораль в людях и так далее. Но ничто из этого, оно не способно раскрыть нам именно Иисуса Христа, не способно дать какую-то деталь или уточняющее пояснение, кем же является этот Бог. Видя природу, возможно, вы подумали, кто-то бы подумал про Будду, ну, no, ладно, не про Будду, кто-то продумал бы про Аллаха, да, кто-то еще про кого-то подумал. Смотря на природу, это не дает нам понимания того, что именно Иисус Христос является Богом. И проблема этих общих откровений заключается в следующем. Это откровение общее, оно подвержено греху. Когда вы смотрите на природу, вы видите, как одни виды уничтожают другие виды, да? к примеру, более сильных, более слабых, да, вот на чем основывался Дарвин. И вряд ли убийство львом какого-нибудь другого зверя говорило бы вам о Божьей любви да? или об Иисусе Христе. Вы бы поняли, что этот мир опасен, да, в котором мы живем. Хотя он красивый, хотя он очень классно придуман, но он опасен. Вот. Также вы сталкивались с людьми, которые э, назвали бы сожженных совестью. Да? Они делают что-то постоянно неправильно, и у них в глазах вообще ноль. Их вообще это никак не касается. У них ничего не происходит, они как грешили, так и грешат, они способны обманывать, воровать, красть и прочие неправильные вещи делать. То, что, как мы бы сказали, у нормального человека совесть бы сработала, а у них не срабатывает. Поэтому и даже совесть нам не способна полностью рассказать нам о Боге, каков Бог. Поэтому Иисус Христос пришел в этот мир для того, чтобы отобразить Отца. Это было большое откровение Бога Отца для нас. Но именно Иисус Христос ⁇ это не то откровение, о котором мы сейчас говорим. Томас Веспитывал идет дальше: Он говорит: есть э, откровение, которое он относит к мистическим откровениям. Мистические откровения, он говорил, это те откровения, которые люди получают вследствие религиозного своего опыта: во время молитвы, во время пения псалмов, песен, во время как будто, как будто какая-то интуиция просыпается внутри человека, какое-то пятое чувство, или как его там не назови. Что-то внутри человека происходит, и на самом деле это откровение, оно больше подходит вот под пятидесятническую традицию, которой мы придерживаемся, потому что когда мы молимся, мы понимаем, что Бог может проговорить к нам. Когда мы читаем Библию, мы также понимаем, что там есть основное откровение, которое Бог заложил, откровение об Иисусе Христе, и важно все это правильно интерпретировать. Но также вы могли бы встретиться с людьми, которые, как, как вам показалось бы, вырвали из контекста определенный стих. Но он действительно дал им ответ. Оно не противоречило Божьей любви, оно не, проти... не противоречило общему Божьему откровению, оно не противоречило Писанию, но оно было явно вырвано из контекста. Но это как будто личное откровение для этого человека. И оно помогло ему в жизни. Он понял, как нужно поступить в той или иной ситуации. Он понял, как нужно реагировать. Он понял, что нужно делать или не делать. К разряду мистическим откровениям, да, не... я хочу, чтобы вы, как бы, ваш слух, он... Он привык к этому слову. На протяжении истории христианства, если вы читаете книги, часто движения, подобно 50-м, относили к разряду где-то мистиков. И, если честно, мне это не очень нравится, но э, как есть. Я думаю, что люди не хотели как-то оскорбить. Скорее, они говорят, что есть люди, которые придерживаются того, что Бог может проговорить к нам как-то лично, как-то повлияет на нас. Я хочу задать вопрос вам. Скажите, кто из вас может сказать, что Бог когда-то говорил к нему? Поднимите, пожалуйста, свою руку. Лично. Хорошо. К кому из вас были обращены какие-то пророчества? Либо в вашу сторону, либо... Да, пусть будет в вашу сторону. Поднимите, пожалуйста, свою руку. Хорошо. Кто из вас остался довольным пророчеством, которое было произнесено в вашу жизнь? Поднимите руку. Да, опустите. А кто из вас остался недовольным пророчеством? Поднимите руку. Нету таких? Нет. Ладно, не бойтесь. Хорошо, бывают разные. Это правда. И об этом нужно говорить. Я сейчас скажу, в чем есть проблема всего этого. Скажите, кто, кому из вас было стыдно за откровение, которое он когда-то получил и поделился с друзьями? Никому не было. Вот, хорошо. Стыдно. Хорошо. Я хочу сказать, что когда мы говорим про личное откровение, одна из самых больших проблем, почему люди больше склонны не держаться их некоторых конфессий, чем держаться. Это то, что они субъективны очень. Субъективность личного откровения это ахиллесовая пята этих откровений. И это очень справедливо. Представьте себе ситуацию: Я хочу купить себе машину, да, и я насобирал определенное количество денег. И я поехал в Польшу, потому что хочу купить хорошую машину. Да. Я приезжаю туда, нахожу хорошую машину, к примеру, это Audi A5 2020 года. Меня все устраивает. Я сажусь в кресло, классно, мне удобно. Я открываю капот, никаких потеков нет, супер. Я заложу под машину. Я чуть-чуть провожу больше времени, чем запланировал, для того, чтобы открутить защиту. Там, да? Но я откручиваю, смотрю, все как бы классно, все хорошо. Разговариваю с хозяином этой машины, он говорит, что эта цена ниже среднего еще. Я убеждаюсь в этом, когда захожу на, на какой-нибудь сайт и понимаю, она действительно на, на 2000 дешевле. 2000 долларов. 3000 долларов. Да. Ну, вы должны понять мое состояние, к примеру. Она дешевле. Она хорошая. Ничто не предвещает беды. Но будучи христианином э, и понимая, что это большая сумма, я решаю взять один день на раздумье. Я прихожу домой, я молюсь перед сном и говорю, Господь, честно, очень не хочется. Чтобы потратить деньги впустую. Да, мне понимали, мне стоит ее покупать или нет. Я ложусь спать. И тут мне снится. Снится, что я покупаю эту машину. И я чувствую, что я очень расстроен. Я просыпаюсь, и это чувство расстройства до сих пор со мной. И что бы это могло значить? Да? Я иду к человеку дальше с ним общаюсь и нахожу у него какой-нибудь тех, не, не техпаспорт, а паспорт обслуживания этой машины, который он пытался спрятать где-то там далеко в бардачке. Открываю его и смотрю, что у него было несколько капитальных ремонтов двигателя почему-то, хотя 2020 года машина. И я начинаю понимать, почему он хочет ее сбавить просто. Он готов скинуть даже еще 2000 долларов или 3000 долларов, просто чтобы ее кто-то забрал. И я понимаю, что тот сон, который мне приснился, и то, что я чувствовал, это подтверждение тому, что мне не стоит покупать эту машину. Это мое личное какое-то откровение. Но теперь каждый из вас согласится с тем, что если бы я пришел в свою церковь и в воскресенье я бы проповедовал о том, что, друзья, Audi A5 2020 года, эта машина не от Бога, да? Вы бы все посмеялись, как сейчас. Почему? Потому что это было очень личное, субъективное и индивидуальное откровение в моей жизни. Я не могу транслировать это откровение на вас. Я не могу вам сказать со всей уверенностью, что машина А5, Audi а 5 2020 года, это плохая машина. Скорее всего, это хорошая машина. Да? Но это было бы неправильно. Вот проблема субъективности. Вот проблема того, что она, она, или вот это откровение можно применить именно в ту ситуацию. Оно было именно для меня, но на этом строить какую-то доктрину, полагать в основании своей веры, мировоззрения, это было куда неправильно. Но часто бывает и такое, когда мы сталкиваемся с людьми, которые делятся откровением некоторым, которые были субъективными в их жизни, личные откровения, но они выдвигают это как откровение от Бога для всех и на все века. Это является неправильным. Очень обидно, когда мы сталкиваемся с откровениями, которые противоречат истине. К примеру, субъективность откровения мы можем заметить еще следующим образом. Представьте себе, или, или еретическую какую-то грань. Каждое из откровений личных необходимо чем-то проверять. И это очень важно для нас сейчас усвоить. Когда я молюсь или когда я слушаю пророчество, даже если этот человек очень искренне говорит, даже если этот человек в красках все рассказывает, и даже если мне хочется поверить этому человеку, нам необходимо рассуждать над тем, что будет говориться в мою жизнь. Об этом нас побуждает Писание, говоря про какие-то личные откровения в форме пророчеств, которые звучат. Оно говорит, над пророчеством рассуждайте. Где-то Павел написал, пророчество не уничижайте. Да? но рассуждайте. То есть у них даже в тот момент уже было, за что уничижать пророчество. Проблема личного откровения в том, что оно преломляется через призму моего человеческого восприятия, через призму моего опыта, моего понимания. Вы, может быть, видели или слышали людей, которые, к примеру, начинают пророчествовать, и вам кажется, что как будто оно повторяется, у них есть какой-то шаблон. К примеру, он начинает с ценных языков, потом есть контент какой-то, содержание, иные языки, снова контент и иные языки, и закончил он аминь. И вам кажется, что оно типичное, это какой-то шаблон. Я вам хочу сказать, что это не значит, что это пророчество неправильное. Да, особенно те, которые помоложе, люди они говорят, ай, все с ними понятно, у них все подготовлено и так далее. Это совсем не значит, что это пророчество неправильное. Но в противовес этому я хотел бы сказать, это не значит, что это пророчество правильное. Потому что человек, который пророчествует, он очень часто передает смысл в тех словах, которые у него есть. У него не добавляется новый словарный запас. Он использует это так, как у него есть. Здесь есть люди, которые, которые когда-либо делились пророческим словом. Поднимите, пожалуйста, руки. Хорошо. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть у вас есть определенная мысль, которую вам нужно передать, и вы ее передаете так, как вы можете. Теми словами, которые ближе для вас и очень часто есть искушение подогнать это под свое мировоззрение или под свою идею веры, как вы это видите. Поэтому каждый человек, который слушает пророчество или получает какое-то откровение, ему необходимо с чем-то это откровение сравнивать. Должно быть определенное мерило каждому из этих откровений. И Писание говорит нам о следующем. Я прочитаю Галатам. Это третий пункт, о котором я хочу сказать. Мерило каждого откровения, каждого личного откровения. Это Священное Писание. Галатам, Павел пишет, 1 главе, 8-9 стих. Пожалуйста, помогите мне, откройте. 1 глава, 8-9 стих. «Но если бы даже мы, Павел пишет, или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема». Итак, апостол Павел со всей серьезностью утверждает следующее. Он говорит, есть нечто, что я вам передал. Мы это записали. Есть учение Иисуса Христа, которое мы записали. И если даже в какой-то момент времени, через пять лет, я получу какое-то другое личное откровение и приду вам, и начну вам его говорить со всей серьезностью, и это будет противоречить тому, что было сказано ранее, он говорит, вы должны отвергнуть это откровение. Он говорит, даже если не я, но даже если ангел с неба, Милхаил архангел какой-нибудь спустится или Гавриил, да, он спустится и скажет что-нибудь типа, Иисус Христос больше никогда не вернется, вы остаетесь совершенно одни, до свидания, и мы больше вас вообще никогда не будем слушать, забудьте про молитву. Вы понимаете, я сравниваю это с учением Иисуса Христа с Писанием. Если это противоречит тому, что говорит ангел, мне нужно занять позицию Писания, занять позицию Библии. Поэтому каждое личное откровение, оно может быть субъективно. Оно может быть, б, б, иметь некоторую окраску наших каких-то мировоззрений, нашего понимания. Когда вы слушаете пророчество, когда вы делитесь пророчеством, когда вы говорите какое-то откровение или принимаете в жизнь свое откровение, то, на чем вам необходимо базироваться, это на Слове Божьем, на Священном Писании. Всегда проверяйте. Но я хотел бы еще последнее, в завершение, пару минут сказать о следующем и вернуться, наверное, в первый пункт, задав вопрос: скажите, когда вы последний раз получали личное откровение для себя? ответьте. Может быть, на этой неделе? Может быть, сегодня? Может быть, месяц назад или год назад? Вообще, это что-то, что актуально для вас или нет? Вообще, это что-то, что происходит или нет? Может быть, это то, в чем вы начали сомневаться, потому что прочитали вторую или третью книгу более про реформаторскую? которые не так сильно придерживаются позиции личных откровений. Может быть, это вбило какой-то клин, и вы поняли, что, наверное, это было больше надумано мной, или так далее. И вы перестали вообще молиться о том, чтобы Бог что-то лично вам сказал. Попадая в какую-то ситуацию, вы скорее решаете ее своими какими-то решениями, пытаетесь выйти из нее. Но задаю ли я вопрос себе каждый раз, попадая в ситуацию, решая какие-то сложные, трудные проблемы? А что Бог может проговорить ко мне сейчас? Ведь бывают ситуации в нашей жизни, которые не написаны в Библии. И вы не знаете действительно, как поступить. У вас нету, ладно, даже если они написаны, бывает такое, что тебе нужно сейчас дать какое-то решение, а ты не знаешь, как его сделать. Что нужно сказать? И вряд ли поможет. Тебе нужно было читать Библию до этого. Говорит ли Бог ко мне сегодня? Получаю ли я какое-то личное водительство от Духа Святого? Когда я прихожу на молитву, когда я слушаю проповедь, я вообще ожидаю, что Бог будет говорить ко мне сегодня. Я ожидаю, что Он будет говорить ко мне на служении. Я отношусь к этому так, что Бог сейчас может что-то сказать, точно так же, когда встретил апостола Павла на пути, и вся его жизнь кардинально изменилась. Он может сказать мне это сегодня здесь, во время молитвы, когда я молюсь дома, или когда я прихожу на служение. Когда я прихожу на служение, я молюсь потому, что все молятся, или я молюсь потому, что я знаю, что есть тот, кто меня услышит и может ответить мне. Если что-то, что говорит о том, что я ожидаю, чтобы лично будет общаться со мной и говорить со мной. Когда я читаю Библию, я вообще еще ожидаю, что Бог может говорить со мной. Я ожидаю ли во время молитвы, что Бог может дать мне свободу или исцеление? Ожидаю ли во время молитвы, что Бог может дать мне понимание или откровение на всю мою жизнь, которого я должен придерживаться? Кому мне служить? Какой категории людей? В какой стране? Среди какой команды? Есть ли это у меня? Ведь автор послания евреям, он пишет, приходящий к богу должен веровать что что бог есть и дальше он говорит и что ищущим его он вас дает он говорит вам необходимо в каждой молитве когда вы приходите ожидать что бог лично будет вам отвечать эти ответы могут нести разные разные черты это может быть мир в сердце радость или наоборот определенное сокрушение но я задаю задаю вопросом снова и снова становится ли для меня моя вера мои отношения с Богом более личными с каждым днем, когда я лично что-то слышу от Бога и проверяю это откровение со Священным Писанием, но я слышу. Когда в трудных ситуациях я, я говорю к Богу, я понимаю, что Он ответит мне и поможет мне. Когда ко мне подходит человек, у которого большие проблемы, и я не знаю, как на основании Священного Писания ответить ему, а таких проблем много, особенно в наше время. На кого мне нужно уповать? Я хочу сказать, мы, как, как церковь Божья, которая верит, что Дух Святой по-прежнему есть в церкви, по-прежнему направляет церковь, мы верим, что во время молитвы, когда мы обращаемся к Богу, Бог может сказать мне то, что изменит мою жизнь, жизнь моей семьи, жизнь моего окружения, повлияет на мою страну, на моих друзей, повлияет вообще на многое. И дело не просто в амбициях, а дело в том, кто может это сделать. Я знаю, что мой Бог Всемогущий. Есть ли это во мне? Это тот вопрос, который я хотел бы оставить нам. Итак, вкратце я хочу подытожить, друзья. Мы имеем библейское обоснование тому, что Дух Святой Он по-прежнему в церкви. И Он по-прежнему говорит. Писание нигде не говорит о том, что Дух Святой был взят от земли. Или Он обиделся и перестал разговаривать с людьми. Мы нигде не видим это и не слышим это. Мы, наоборот, больше и больше говорим и замечаем в стихах, в Священном Писании. Воззови ко мне, я отвечу Тебе. Приходящего ко мне я не прогоню вон. Кому не достает мудрости, да просит у Бога, и он даст ему. Прихожу ли я к Богу, понимая, что Бог ответит мне? Я не говорю, что Он ответит сразу же так, как вы хотите, чтобы Он вам ответил. Но я точно знаю, что Бог это точно услышит. Да, может быть, будут неотвеченные какие-то молитвы. По крайней мере, мы не увидим сразу же решения иногда некоторых ситуаций. Но я уверен, что на протяжении нашей жизни, исследованием за Богом, Бог может давать личное откровение, понимание, как нужно поступать, как нужно реагировать, что нужно сказать, кому нужно поддержать, какие слова нужно сказать. Давайте мы будем теми людьми, которые всегда ищут Бога, которые открыты к тому, что Бог будет лично говорить к нам. Когда мы посещаем очередное воскресное служение, чтобы это не было просто наше насиженное место, где мы сидим, и нам нормально, нужно просидеть два часа, послушать, Интересно или неинтересно. Но чтобы каждый раз, приходя в церковь, мы понимали, Бог может проговорить ко мне. Вообще я ожидаю этого еще или нет. Я молюсь об этом или нет. Сергей Сергеевич поднюк, он очень интересную мысль сказал сегодня, когда проповедовал, говорит, Бывает, когда, бывают моменты, когда тебе не хочется молиться. Молись о том, чтобы тебе захотелось молиться. И это правда. Когда мы, мы приходим к Богу, нам необходимо, анализируя себя, молиться и просить у Бога, чтобы он как-то вмешался в эту ситуацию. Если я живу уже, там, я не знаю, сколько лет каждый из вас живет христианской жизнью, называет себя христианином, но вы понимаете, что как бы ближе так к Богу вроде бы и не стало. Что-то особенного не поменялось. Я не говорю, что должны сразу особенные вещи происходить в вашей жизни, не об этом. Но вообще в целом, если появились у меня хоть ближе какие-то отношения с Богом, начал ли я Бога понимать чуть больше, я готов за него, для Него прожить эту жизнь. Я настолько его познал и утвердился в нем, что я готов прожить для него всю жизнь. Не просто умереть за него, а прожить для него всю жизнь. О чем Павел сказал, для меня жизнь Христос, смерть, приобретение, да. Я все почитаю в этом мире за ссор перед, да, вот, перед, по сравнению с тем, чтобы познавать Иисуса Христа. Если это в нашей жизни. Давайте мы вместе с вами поднимемся. Давайте мы помолимся о том, я, я не говорю, что эта молитва должна быть какой-то громкой, но я очень хочу, чтобы она была осознанная для нас, чтобы мы проанализировали себя и поняли, есть ли в моей жизни еще личное откровение, я вообще об этом молюсь, думаю, я ожидаю, что Бог будет работать со мной и говорить ко мне, чтобы вот эти вопросы они поднимались в нашей жизни, на каждой молитве, может быть, когда мы домой идем, чтобы мы об этом рассуждали среди своих друзей и сверстников, чтобы мы ожидали того, что Бог будет вести нас. Он будет поднимать нас, служителей рядом с нами, людей, которые будут получать личное откровение от Бога на оставшуюся жизнь свою и готовые прожить всю оставшуюся жизнь, следуя за этим откровением. Господь.